это хуй. Нормально, это не то. Ну вот. Яйца достаем. Сварились. Но картошка пусть еще и покипит. Они не в очереди. То есть, ну вот, смотри, одна больше другой. Вот она, видишь? А это вон сварилась уже одна, блядь, сварилась другая, нет. Ну пусть еще минут 7 покипят. Ну пусть покипят. Ну 7-10, самое большое. Ну кроши. Кого тебе крошить нахуй? Колбасу? Я сейчас тебе покрошу что-нибудь. Ну, а что ты? Ну, зелень-то кроши. А сам не можешь, что ли? Нет. Сегодня ты крошку готовишь. Эй, нет. Ага, вот нет, Маша. Ну, вот, картошка доварилась. Все, выключаем газ. Сейчас берем полотенце. Ну, ждем, пока остывает. Вот, картошку начинаем чистить. Пока еще совсем не остыло. Сейчас остатки будем чистить. Положил тебе то картошку нахуй. Хоть они где сварились сейчас? Сдерни! Иди и сдергивай нахуй. Придурочный. Тебе в натуре голова уже не варишь, что ли? А, блядь! Ну, картошку вот почистили. Сейчас будем крошить. Но обязательно в окрошке должна быть колбаска. Ну куда ты нахуй? Тихо, тихо ты. Ух ты! И в рот ее ебать. Давай за картошку. Ну вот, картошечку начинаем крошить. Пока ты начинаешь, нахуй, я же уже сейчас усну, нахуй. А ты не спи. Да что ты, нахуй, на пол-то мне тут крошишь, нахуй? Ты сюда можешь окрошку делать или туда, нахуй?
Ты что на меня орешь-то? А как на тебя не орать-то, мах? Вот заебало. Да не боись, не воткну. Дай сюда. Нахуй. Ушел отсюда. Что тебе нужно? Идиот, блядь. На, вот я сейчас тебе чищу. Давай, бери, почищу. Вот редьку мне лучше почистить. Вот я тебе хочу почистить. Давай, бери, почищу. Вот редьку мне лучше почистить. Вот я тебе хочу почистить. Ну, наверное. Сейчас еще одну почищу. Ну вот, девчонки, короче, кому как нравится, не знаю, как кто ест окрошку. Короче, я вот крошу полностью яйца с желтками. Ну, просто без желтков, это чисто белок. Ты... Или что, у тебя сил не хватает? Вот ты ж накрошу. Ты редьку-то мне по три. Ёпты, ну дайте мне одно-то убрать. Ёбаный, как запакуют нахуй. Ну вот, трём редьку. Солить? Не надо пока солить, в чашке у себя посолишь. А то ты сейчас насолишь нам. Ну все, ладно, что ты? Ну вот, и окрошка у нас готова. Правда, получилось немало, конечно. Нормально. Ну ты ж давно окрошки хотела. Любимая жена. Что тебе, водички надо? Ну вот, сейчас будем пробу делать. Приготовили окрошку.
Дайте достанем тебе. Ты же квакнул. Да? Нахуя? Елена, семья Папочкина, поздравляю тебя с днем рождения. Мы тут к твоему дню рождения готовим окрошечку. Так что сейчас, если что, приезжай в гости. Счастья тебе, любви, здоровья, удачи. Всего тебе самого наилучшего. Короче, Елена, вот видишь, яйца отварили, картошечку отварили, вот сейчас зелень покрошим, колбаску тоже накрошим. Ну и давай подкатывай, и дочку свою сюда лови, я научу ее хавчик готовить. Давай, чтобы муж Серега тебя очень любил, ценил, как тебя ходил на веселый трон. Давай, чтобы на нюх он тебе что-нибудь крутое подарил. Чики-пики.